тут спутники находится вот хороший музыкальный фонтан. А принцип работы фонтана, как он устроен вообще? Ну как? В фонтане вставлены динамики, и когда фонтан выхлёстывается, еще включается музыкальный... А как вода поступает туда? Вот мне просто интересно. Ну как, там через провода, а? Как-то. Провода-невидимки. Провода-невидимки? Да. А ты хоть раз купался в фонтане? Да. Понравилось? Очень понравилось. Вот мы сидим тут в спутнике, а позади нас находится фонтан. Как работает фонтан? Ну, это когда брызги летят с фонтана. А как вот эти брызги вот летят вверх? А как-то вода поступает вообще? Да, вода поступает. Вот. Я могу нарисовать фонтан. Дайте нам лист бумаги, мы нарисуем фонтан. Нет, пока нам несут лист бумаги, ты мне расскажи все-таки. Но как вода по трубам поступает, брызги вверх? Вот. Нет, не по трубами. Нет? Нет, ты просто делаешь... Это просто надо сделать квадрат, потом ступеньки такие. Ага. И фонтан льется. А сама можешь фонтан вообще сделать? Да. Как? Смотри. Берешь, набираешь воду. И вверх. Я же не буду сейчас себя пачкать. И вверх, понимаешь?